Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Не хотелось бы повторяться, но в очередной раз тема нашей сегодняшней программы предпраздничная, в какой-то степени предновогодняя. И звучит она сама за себя, говорит она сама за себя. Назвали мы ее так: «Что тебе подарить?» Кстати, это фраза из песни, если вы помните. Там дальше идет текст: «Человек мой дорогой». Вот, наверное, в этом ключе мы построим сегодняшнюю беседу. Мы обсуждаем бизнес, связанный с подарками. Будем говорить о магазинах-подарках. И я представляю сегодняшнюю гостью. Сегодня в студии у меня Маруся Вдовиченко, владелец магазинов «Просто так». Здравствуйте. Добрый вечер, Маруся. Добрый. Настроение хорошее, предпраздничное у тебя? Угу. Да? Да, не то слово. Понятно. Ну, мне кажется, вот здесь есть определенные противоречия, наверное. С одной стороны, в преддверии праздника, ну, Нового года ли, любого другого ли, те, кто готовится встречать его, да, действительно имеют какие-то ожидания. А те, кто в какой-то степени оформляет этот праздник, да, то есть ты же работаешь в основном, ты же работаешь, не покладая рук. Угу. Можно сказать так, что, опять-таки, вот этот Новый год и вас тоже, этот праздник весь год кормит потом? Ну, нельзя сказать, что прям весь год. Ну, первую кормят, половину, но, конечно, да, праздники — это такое. Это дело серьезное для магазинов подарков. Хорошо. Ну, два слова расскажи, пожалуйста, как ты вообще этот бизнес затеяла? Потом название очень романтичное, мне понравилось. «Просто так»? Просто так. Магазин «Не просто подарков». Не просто подарок. Да. Расскажи, пожалуйста. Ну, вы знаете, нам уже года 4. Затеяла-то его даже не я изначально, потому что та коллекция, которую мы продаем, это коллекция «Бюро находок», и, собственно, я тоже являюсь активной участницей разработки этой коллекции. Все мои ребята, кто со мной работает, тоже. И «Бюро находок» — это история, которая уже 9 лет, и мы, по сути, выросли с «Бюро находок» проектом «Просто так». И вот уже давай тогда вернемся тремя 9 магазинами. Лет назад. А 9 лет назад «Бюро находок» — это... «Бюро находок» — это то, что забывают в метро, я правильно понимаю? Да, нет, это на самом деле то, что находят. У них есть хороший слоган, что не искать, а находить. И, по сути, все наши вещи, которые мы делаем, и которые, соответственно, продаем и в магазинах «Просто так», это, да, это находки. То есть это не мучительный поиск. То есть это с креативной точки зрения находка, да? Это ваша находка. То есть это сначала находка человека, который придумал, а потом, соответственно, если вы пришли как покупатель к нам в магазин и нашли эту вещь, то это вот наши с вами находки. Здорово. Совместные, да. Это здорово. Да. А что там в этом магазине? Вы знаете, ну... У нас, конечно, вещей очень много, это более 1000, наверное, наименований, но то, что все это объединяет, это вещи... Наверное, проще всего сказать, что это вещи, про которые я могу рассказать вам, и вы можете составить некое представление, не видя. То есть вещи со смыслом. Это не просто красота, не просто какая-то эстетика, это вещь, это подарок, поэтому, естественно, там и пожелание, и какой-то комплимент в этой вещи, и это то, что можно, о чем можно рассказать. То есть так называемое сарафанное радио, да, чтобы оно сработало. То есть и я вот был сегодня в магазине. И вы видели, да, вот и... это, да, и да, вы да, можете да. кому-то рассказать. А представь, вот там у них вот такая книжка-блокнот, она там с полочками внутри, разложить мысли по полочкам. И сама разговаривает. Вот как-то так. Ты сейчас за эфиром, кстати, книжку из вашей коллекции читал? Не-не-не. Обычно. У нас книжки-блокноты, понимаете, у нас такая история, что литература в наших вещах очень сильно присутствует, но она человека просто настраивает на как какое-то немножко чуть другое, может быть, поведение. Мы, в принципе, стараемся делать вещи, побуждающие человека на что-то, что-то, что-то. На что-то. На что-то, что-то, да. Ну, там пока многоточие поставим. И тем не менее, давай вернемся. Ассортимент он какой? Вот видишь, о книжках ты заговорила. Мне почему-то показалось, когда ты начала рассказ, это в основном одежда, может быть. Не-не-не. Ну, в принципе, мы же сотрудничаем со всеми производствами российскими. Ну, если так по-честному... то, наверное, с какими-то чудаками, которые в этой стране вообще пытаются что-то производить, потому что, это конечно... Честно, это честно. Вот, и поэтому... А много их чудаков? Нет, немного, к сожалению, потому что все, что нам осталось с советских времен, это какие-то уже разрушенные заводы, и все это в каком-то плачевном состоянии, и людей, которые готовы инвестировать деньги, вкладывать в какое-то оборудование, да, и в чудеса в итоге, их, конечно, немного.
Полиграфическая продукция, да, то есть все блокноты, все, что вот вы можете представить, то есть то, на чем можно писать, это да. Это есть, текстиль есть, керамика, с керамикой очень тяжело, но в каком-то... Бьется? Почему? Бьется вообще со страшной силой. Нет, ну просто очень-очень мало производств керамических, а те, которые существуют... Понимаете, у нас просто есть в каком-то российском таком, я не знаю, что это менталитет русского человека. Мы об этом должны что? Сегодня обязательно поговорить. Любая тема, ты вот будешь смеяться уже. Уже смеешься, да. Она обязательно основывается на российский менталитет. Ну вот российский менталитет таков, что, к сожалению, очень много примеров. Какие-то производства, они без заказов, они без денег, но люди ждут каких-то... Ну, к сожалению, это корпоративный мир нас немножко вот так вот испортил. То есть люди ждут каких-то многомиллиардных заказов. То есть они предпочитают сидеть без денег вообще в ожидании вот этого чуда. Чудо, да, да. Чем начать уже работать потихоньку, да, на каких-то, может быть, меньших тиражах и меньших заказах, но работать и зарабатывать. То есть вот эта история, что я меньше, чем за 500 рублей резец в руки не возьму, она вот... Ну, это ты связываешь с ментальностью все-таки, да? Я не знаю, честно говоря, не знаю. Я не работала в других странах, я хочу, это все в таких в планах как бы есть. Сравнить. Мне не с чем сравнивать, это правда, но вот такая ситуация существует. Ну и, конечно, тяжело в нашей стране работать и... Тяжело? Тяжело, конечно, тяжело. Ну, тяжело, вот с чем эта тяжесть, с чем она связана, на что ты натыкаешься в конечном итоге, в чем проблема? Это проблема, собственно, покупательной способности или отсутствие креатива в мышлении покупателя. Он пришел просто за блокнотом, а тут он открыл блокнот, из него там, я не знаю, голубь вылетел, да, или кого, кролик. Нет, с этим... Он сказал, нет, мне такой блокнот не нужен, и пошел в соседний магазин. Нет, вы знаете, с этим-то как раз все хорошо, потому что сейчас у нас была такая тенденция засилия, ну, условно говоря, шарпатрона, а сейчас все возвращается все-таки на круги своя, и людям все в большей степени хочется удивляться, хочется каких-то неожиданных, уникальных вещей. Засилье ширпотреба, извини. Нет, кто такой ширпотреб, мы более-менее, наверное, представляем с тобой. Засилье это, оно с времен советских, или это уже новая российская действительность? Нет, это уже потом, это новая российская действительность, это Китай, потому что мы же понимаем, что низкая себестоимость, она предполагает очень большие тиражи. И дешевизну во всем, да? Дешевизну во всем, это понятно. Не только в цене, я имею в виду, дешевизну. Дешевизну, еще в качестве тоже, но и, да, и в просто сути дешевизну. Тут-то дело в том, что если это большой тираж, то, соответственно, это предполагает очень большое распространение, значит, эта вещь будет просто на каждом углу и у всех. Но все-таки, слава богу, и сейчас это как тенденция, она все как-то укореняется, людям нужны какие-то неожиданные, уникальные вещи. То есть они устали, да, от ширпотреба? Устали, и да. Ищут... Это опять, есть такое. Смотри, это связано с чем? Что люди стали... А, лучше жить, Б, больше думать, С, их вот угнетает эта обыденность серая, им хочется чего-то розового, ну, вы знаете, ну, тут что, то есть, например, если мы говорим про подарочный бизнес, что все будет успешно, если, да, будет вот та самая креативность, желание удивить, какие-то поиски всегда чего-то нового. И второе, это некая интуиция на спрос, и... К сожалению, очень многие бренды, они в итоге и закрываются, потому что идут по пути там малого сопротивления, то есть делают вещи просто комфортные, приятные, милые. А ведь есть такой парадокс, что человек стремится к душевному комфорту, что означает отсутствие разлада с самим собой, при том, что это не предполагает, что ты вот этот сам собой хороший, тебе просто хорошо с любым с собой. Нет, это очевидно. Это, а кто сказал, что хорош я или плох? Вот, я же сам для себя решаю. Но, понимаете, в поисках этого душевного комфорта люди в итоге заменяют вот этот душевный комфорт комфортом с точки зрения благоустроенности своего быта. И вот это а-ля любовь к просто комфортным вещам, приятным, некаким и малоэмоциональным, она была, и была такая тенденция, и очень многие, собственно говоря, подарочные бренды, они и развивали эту историю, то есть они почувствовали как бы спрос, и вот туда ушли. Но при этом я считаю, что это, конечно, крайне недальновидно, потому что вот в засиле всего рационального, некого раздражения, которое сейчас, естественно, в людях копится и копится, всего того, что, с чем мы сталкиваемся, вся эта российская действительность, и все вот это, и не только российская, вообще действительность. Согласен. Вот именно в этой ситуации люди как никогда нуждаются в удивлении, в каких-то сильных эмоциях. Их надо удивить, их надо открыть, и, по сути, вот все, что делаем мы пытаемся обратиться, ну, наверное,
лучший пример к ребенку, который, соответственно, внутри каждого человека есть. Нет, безусловно, и это наиболее, я бы сказал, актуальный пример. Да, известно, что дети в данном случае реагируют непосредственно, на, они, так сказать, неосознанно все это делают. Если ребенку что-то нравится, значит, это, наверное, в этом есть смысл. Кстати, если говорить о возрастной категории ваших клиентов, ваших покупателей, то как это выглядит? Вы знаете, очень сложно сказать, потому что, ну, конечно, это выглядит, начиная с момента, когда человек вообще, в принципе, может потратить какие-то деньги. Да, самостоятельно. Да, самостоятельно желательно. Вот, но у нас мы не работаем на конкретно какую-то узкую аудиторию. У нас ценовая политика, она там от 50 рублей до 12 тысяч. И там бывает что-то и выше, что-то и ниже. Такое тоже случается. Работать на узкую аудиторию вообще, в принципе, скучно. Потому что неважно, кто это. То ли это какие-то очень тонкие, чувствующие люди, либо это люди, которые... Причем они могут быть в разной весовой, чуть не сказал, в разной возрастной категории, да? Возрастной тоже. Либо это люди, которые там пьют, не знаю, пиво на улице. Вот если работать на узкую аудиторию, это всегда тупиковая ситуация, это скучно и неинтересно. Марусь, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим этот интересный, на мой взгляд, разговор. Давайте. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему, связанную с праздниками, с торжествами, с подарками. Всегда приятно получать. И по некоторым, мне, по крайней мере, известным сведениям, приятно дарить подарки. Вот об этом хотелось бы тоже сегодня поговорить. А в студии я представлю еще раз мою гостью. В студии сегодня Маруся Вдовиченко, владелица магазинов «Просто так». Марусь, давай начнем с того, ну, пару слов мы об этом сказали. Название, как родилось название само по себе? «Просто так». Вот что, что в этом? В этом. Вы знаете, ну, как-то в этом мое собственное какое-то желание и стремление. Мне кажется, что когда вокруг очень много всего рационального, когда даже... Ну, то есть просто так... Давай, расшифруй. Просто так. Просто так. Ну, ни для чего. Без повода. Без повода. Без причины. Без умысла. Не потому, что так сказали. Не потому, что так принято. Просто захотелось. Потому, что нужно так, да? Да. То есть без вот этих причинно-следственных связей. И ты считаешь, вот если мы именно таким образом подходим... Ну, я бы даже продолжил эту мысль более глобально, но сейчас мы о подарках говорим. То есть если мы вот с такой точки зрения подходим к подарку, то он становится... ну, сейчас я слово подберу, он становится, может быть, наиболее глубоким, наиболее востребованным, душевным, там как-то... Нет. Не, ну, приятно, ну, конечно, если получать подарки без повода, когда вы их не ожидали. Я не скажу, что это, в общем-то, так для наших, опять-таки, русских людей, это такая тяжелая история, и, конечно, в основном это все-таки праздники, да, и вот так немножко... Но нет ничего невозможного, и, в общем-то, пытаться как-то сподвигнуть людей делать это просто так, это хорошая задача. Ну, то есть это задача, как минимум, одна из задач твоих, да? Да. Давай вернемся к праздникам. Не будем перечислять их, потому что у нас традиционно их огромное количество, ну, значимые такие. Вот мы встретились с тобой в преддверии Нового года. Дальше у нас, ну, собственно, прям по календарю, да, если имеются в виду такие... Социально значимые. Это 23 февраля, 8 марта. 14 февраля, к сожалению, еще. Да. Почему к сожалению? Ой, нет, это как-то... Не, подожди, ты как владелец магазина подарков говоришь, или как девочка? Вы знаете, я как владелец магазина подарков уже который год. Но мне просто не нравится в этом... Подожди, я вот хотел бы, извини, угадать, что тебе в этом деле не нравится. Банальность, мне кажется. Банальность. Банальность, да, и, наверное, еще какая-то вот эта история. Ну, то есть, ладно, Новый год, это, понятно, такая общепринятая штука, но вот взять тоже 8 марта, ну, это же вот, ну, это же ужас как. Это ну, один день в году, и вот это вот. Как так? Ну, ладно, мне кажется... Искренне жаль вас, мужчин, которые вот этого 8-го... В этом есть, конечно, что-то нездоровое, да-да. Я, кстати, давно уже не ношусь, потому что это мне претит моему естеству. Мы хотели просто закрыть магазины в эти дни. То есть я это не делаю исключительно, потому что боюсь, что большинство увидят в этом некий эпатаж там или еще что-то. Обвинять вас во всяким будут, да? А вот просто закрыть и все, конечно, было приятно. Хорошо, а 23 февраля с этой точки зрения?
Более лояльно ты относишься? Ну, как-то лояльнее, наверное, потому что все-таки... 23 февраля – это день Советской Армии в прошлом, да? Это может не быть... просто мужчина, а это мужчина-воин. Может быть, ну, так в этом это... хотя бы больше какой-то истории, смысла, чем да? вот это вот пресловутый несчастный 8 марта или непонятный вообще заимствованный праздник 14 февраля. Ну, как-то это все... Не знаю, уместно ли это в эфире говорить. Я 14 февраля люблю с детства. Я вот буквально... Почему? Потому что я родился в этом. Ну, тогда да. Но, с другой стороны, можешь себе представить, что уже будучи взрослым юношей, я вдруг узнаю, что помимо меня... Оказывается, так. Да, еще празднуешь какой-то... Обидно. Обидно. Это было неприятно в конечном итоге. Ну, да ладно. Так вот, вернемся к Новому году. Мы поговорили, да, ну, по крайней мере, о вашем ассортименте. А в принципе, в преддверии Нового года что принято дарить? Не знаю. Не знаешь. Ты сама не участвуешь в этих мероприятиях? Знаете, я просто не участвую с точки зрения принято, да? Ну, как бы то ли название вообще наше как-то тому способствует. Мы-то как раз за то, что надо делать то, что не принято, не принято, а просто я согласен. Что хочется. Нет, я хочу немножко уйти от вашего ассортимента, потому что ваша идея понятна, кстати, мне она очень близка. Вот. Но тем не менее мы говорим о некой статистике, да, мы рассматриваем... Это мероприятие гораздо шире, вот есть некие подарки, которые именно принято дарить. Я, извини уж, не хочу никого обидеть, 8 марта принято дарить что там? Цветы. Цветы, ну, да. я... Открыточки. Помимо цветов, я имею в виду. Да. Всякие предметы кухонной утвари, насколько я знаю, нет? Или наоборот? Да, вы знаете, это вот все женщины очень расстраивают. Вот. Что это как-то так... Это ставит их на... у сильной да, это ставит их на место, эту, да, это так намекает, что дорогая моя... Вся беременная на кухне? Да, дорогая. Это неправильно, нет. Это некорректно, я согласен. Нетолерантно. Да, поэтому цветов, наверное, все-таки было бы достаточно. Ну вот Новый год. В преддверии Нового года мы... Вот уже и пробки-то начались, собственно, за 2 недели до этого. Я думаю, и в связи не просто с плохими погодными условиями, но еще и вот с традиционными, да, такими приготовлениями к Новому году. Ну ладно... Понятно, что Новый год, есть определенные атрибуты, елочка, там, игрушечки, да, все это хорошо. Опять-таки, есть дети, слава богу, что если они видят все еще в Деда Мороза, да, это тоже неплохо. А вот, ну, вот представь, да, ты как член социума, у тебя есть родные, у тебя есть знакомые, у тебя есть друзья, и, наверное, одного телефонного звонка или СМС, да, будет, ну, не очень правильно бы накануне Нового года, и ты хочешь, я так все-таки предположу, доставить... радость вот своим близким. Что подарю? Да. Хочется же чего-то желать, если уж про подарки, тем более, что человек приходит с подарком и, как правило, сопровождает это все какими-то словами. И если на день рождения, наверное, чаще это тебе потому что, ну, то есть, словно, подарить человеку там что-то связано с кулинарией, если он очень хороший кулинар с каким-то комплиментом, что это вот, конечно, ему потому что. А Новый год – это все-таки, наверное, такая история, когда хочется чего-то пожелать, потому что понятно, что это... формальность, понятно, что, наверное, все может быть и не так, но очень многие люди связывают вот это вот конкретно 31 декабря и 1 января, да, что это что-то происходит, что-то заканчивается, меняется, что-то да, начинается. Совершенно верно. Да, и это хотя совершенно верно, я думаю, ты со мной согласишься, разочарование не знает границ именно по этому поводу, потому что конец года, да, 31, и вот это ожидание того, что... А потом ничего не произошло. А потом, да, вот 1 января ты приходишь в себя, там, ну, или... Рано или не очень рано, все. И понимаешь, что ну и чего? Ну, все, сейчас вот да, было воскресенье, стоял понедельник. Ну, цифра поменялась. Даже цифра, я имею в виду, и дня, и месяца, и года даже. А ничего же не изменилось. Ну, бывает, конечно, и так, но вот как раз, собственно, я бы дарила вещи с каким-то все-таки пожеланием, чтобы что-то менялось. Не обязательно в лучшую, в худшую сторону. Тут вообще не имеет смысла ставить какие-то вот эти вот... Не, ну пожелание все-таки в лучшую сторону, наверное, скорее-то всего. Ну, как минимум, мы надеемся на это. Ну, это понятно, да, но просто что-то новое, что-то хорошее. Да, наверное, расстаться с чем-то, что было в том году. Это, в принципе, люди сейчас хотят. Активно делать. Так закрыть все, в год закрыто, это все. То есть расставить долги оставить, да, в том году. Ну, вообще все такое плохое. Отношения, да, нереализованные какие-то, да? Да. Обиды. Я еще не решила, чтобы дарить. Для меня это как каждый раз, конечно, такая больная тема, потому что, естественно, время все ближе. Ну, смотри, вот ты человек, во-первых, ты в теме, да, глубоко, а во-вторых, ну, у тебя, сейчас скажу, у тебя много
что, на мой взгляд, неплохо. У тебя много мотиваций. Угу. Я бы даже сказал, извини, слишком много. А на мой взгляд, обычный, ну, опять не хочу никого обидеть, среднестатистический человек делает так. Я, кстати, так тоже делал. Ну и делаю, ладно, честно. Он составляет список тех, кто, ну, по его мнению, да, заслуживает его, его драгоценного внимания в канун Нового года. В этом перечне может быть от одного до, там, 50 наименований. Это и родственники, близкие, и не очень близкие, друзья, знакомые, сослуживцы, все. Все. И напротив каждой фамилии ставится, значит, какое-то наименование подарка, чтобы потом поставить галочку. И вот я к чему веду, что последние годы, почему-то особенно, вот это наименование ограничивается неким символом будущего года. То есть змея. Ну, в данном случае, да. Будешь смеяться. Вот у меня уже на подоконнике, по-моему, 15 штук этих змеек. Вот как ты, к этому относишься? Это ведь, конечно, ну, опять мы люди взрослые, мы прекрасно понимаем, да, что проявить участие каждому, а тем более вот люди, которые дарят, по крайней мере, такие подарки, но они не слишком близкие. Они хотят проявить внимание, да, оказать внимание. Ну, вот так вот глубоко мотивировано, но да, как-то... Это серия не с пустыми руками. Вот. Так часто бывает. Но вот у нас, например, в наших магазинах так, конечно, не очень получится. У нас змей-то, если честно, прям совсем немного. Почему? Прямо очень немного. Не очень интересно, немножко скучно, немножко узко, потому что получается, что все, что связано конкретно с символом года, ну, даже если говорить просто про продажи, да, то это продается в декабре и там в начале января, и все. То есть получается, что это надо сделать вещь. Не, подожди, там в декабре, в начале января, потом есть же у нас еще мы, ну, про старый Новый год я не вспоминаю, есть Новый год по восточному календарю, это ну, начало февраля. А, ну, все равно, понимаете, там же так работает история. То есть если вы приходите в магазин в там середине января и видите там какую-то змею, да, вы в любом случае подумайте, что, ага, не продалась в декабре. Ну да, в принципе, уже, да, тема. А если не продалась в декабре, то, значит, наверное, не очень хорошая змея, и, наверное, это брать-то и не стоит, и как бы вот. Вот, но у нас с нашими подарками такая история, что вы приходите, и у вас в голове какой-то ваш там друг Вася, и мы вообще не знаем, чем занимается ваш друг Вася. Да-да-да, я пытаюсь ассоциировать. Вы пытаетесь ассоциировать, но чаще всего происходит так, что вы видите вещь и говорите, о, Вася. Вот это Васе подошло бы, да? Да, Вася. Или даже я Васю узнал. У вас бы, на самом деле, может быть, Вася даже в вашем списке не было, потому что вы по случайности забыли про него, но тут вы увидели какую-то вещь, и понимаете, Вася, точно, Вася. Здорово. Вот мы так стараемся. Я понял. То есть все-таки, да, вот они от некой среднестатистической, да, среднестатистического, ну, смотрите, подарка вы уходите. Уходим, да, да, потому что на самом деле, как бы единожды назвав себя каким-то странным магазином, естественно, приходится и вынужденно, и с удовольствием. А кто назвал, делать, кстати, странным магазином вас? Да, в общем-то, и мы сами, и нам нравится эта странность, и нам нравится людей немножко выбивать из какой-то вот такой комфортной реальности, тормошить людей нравится. И мы это делаем и в интерьере, в наших магазинах, и там в музыке, и во всем. То есть человек с порога должен попасть в для себя какую-то необычную ситуацию. А вот, кстати, опять-таки, если говорить об интерьере и, в принципе, да, никаких антуражей, атрибутики, этот странный магазин, он посреди обычных магазинов или он где-то на отшибе? Вы знаете, ну, у нас-то все магазины — это стрит-ритейл, то есть мы в торговых центрах пока нет, вот, ибо мы попробовали, это оказалось не очень неэффективно, интересно. Неэффективно, да? Нет, эффективно, все это можно делать, но это не так, ну, вкусно, что ли. Марусь, еще раз слушаем новости на Финам-ФМ, потом продолжим. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели, на Финам-ФМ бизнес-класс. Я Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем праздничную тему, связанную с подарками. Что тебе подарить? Вот такое вот название у нас скреативилось. Я напомню, сегодня в студии у меня Маруся Вдовиченко, владелица магазинов «Просто так», и присоединилась к нашему эфиру Мария Кичеева. Она основательница и владелица ателье гастрономических подарков «Пол чайной ложки». Спасибо. За пол чайной ложки спасибо? Да. Это было сложно, я знаю. Это было сложно, говори. Маш, ну, сейчас в основном, да, будем пытать вопросами тебя, потому что ты несколько запоздала, а тема, собственно, у нас сегодня праздничная, очевидно, мы в предновогоднем таком уже, да, настроении. Вот. Маруся рассказала о том, как она это чувствует. Я думаю, что Маруся вытирает пот рукавом и говорит, слава богу. Примерно так. Не все так плохо, не все так плохо.
Ну, okay. Отдуваться дальше тебе, естественно. Uh-huh. Поэтому, во-первых, рассказывай, как все это родилось у тебя. Uh-huh. Откуда, да, вот это вот ателье гастрономических подарков. Звучит романтично достаточно. Ателье гастрономических. Ателье, это, я так понимаю, что вы сами там чего-то, да, лепите? Вот, да, руками, собственными ногами. Руками. Руками и ногами. И да. Ногами даже. Давай, рассказывай, это интересно. На самом деле история-то началась в 2004 году, когда я ушла из корпоративного бизнеса и начала свой собственный бизнес. И начался он... Они связаны, кстати, корпоративный бывший и вот этот собственный? Это был не мостик. То есть это было скорее два параллельных мира, в которых ты перепрыгиваешь, мосты сжигая. Нет, подожди, занималась-то ты тем же самым? Нет. Я работала в банке, я была банкиром. Боже мой. Да, я говорю, это два абсолютно параллельных мира, и переходя из одного в другой, ты просто сжигаешь мосты напрочь. Слушай, и не строишь мосты. Маруся, к нам максималист. Мы с тобой, конечно, рассуждали, да, философы. Вот максималист. Ты, кстати, нет. Согласна с тем, что переходя из одного, абсолютно, надо сжигать все мосты? Конечно. Чтобы, а иначе не получится. Да, отступа у тебя нет, и ничего за спиной не стоит. Ну, подожди, хорошо, тогда объясните мне, милые дамы, я прям, честно говоря... Да, вы меня сейчас повергли в шок даже в какой-то. Дим, не надо. Это нормальная практика. Социологически. Нет, хорошо, а что под мостом тогда подразумевает? Потому что, ладно, за спиной остались там какие-то производственные отношения, там, я не знаю, да, коллеги по работе, друзья, товарищи, я не знаю, муж, жена. Стабильный доход и карьерные перспективы, да. Гарантия. Гарантия. Который гарантирует кто-то. Твой опыт, который ты накопил годами, и ты стал экспертом, ценным специалистом, там, и определенное имя имеешь в той отрасли, в которой ты работаешь. То есть, ну, это вот тот багаж, с которым который ты нарабатываешь. Это как вот, знаете, муж с женой поженились, живут, наращивают там хозяйство, там, покупают дом, второй, третий гараж, так. Машины и так дальше, а потом в какой-то момент жена говорит, слушай, все, спасибо, ухожу. И уходит. И ничего не берет. Взяв косметичку, косметичку и уходит. Это примерно та ситуация. Подожди, а бывает так? Расскажите, а такое бывает? Смотря от жены, знаешь, это смотря какая жена. Смотря какая у нее косметичка, вот так я бы это сказал. Бывают такие косметички, туда и дом, или половину можно положить, да? Как восточная женщина. Пару автомобилей, да-да-да. Вот, ну и возвращаясь к тому, как началось, и таким образом, то есть честь сыграла определенную роль жадности, наверное, или... Твоей? Моей. То есть там выбрасывала, так, у смежного бизнеса рядом выбрасывалась куча упаковочной бумаги, очень красивой итальянской, потому что упаковочные столы закрывались, и мне было очень жалко, что они выбрасывают такую красивую. Пропадает. Я говорю, ребят, давайте что-то придумаем, чтобы это не пропало. То есть есть добро, надо придумать, чтобы это добро утилизировалось. И таким образом, но я потом уже поняла, что это принцип моего, в принципе, действия. Когда я вижу, что что-то пропадает, его нужно спасти, и таким образом рождается что-то новое, более прекрасное. Маша, извини, перебью, а теперь, Марусь, смотри. Очень похоже на нас вообще. Послушай. А, ну вот, Маша, не надо нас с тобой зовут Машами. Смотри. А теперь самое время вспомнить опять о ментальности, да? Потому что где пропадают, где выбрасывают в основном? Конечно, у нас на наших, да, беспредельной территории, я имею в виду, огромной территории нашей. Ну, в общем, да. Российской, да? В общем, да. В Германию мы не поедем. Да, да, понятно. Там ничего не найдешь просто. Что плохо лежит, да, там не знаю. А здесь, пожалуйста, пользуйтесь. Хорошо, ладно, увидела ты. Вот, и я стала делать подарки. Я говорю, хорошо, давайте это, то есть, если есть бумага, это упаковочные столы не работают, бумагу можно же упаковывать что-то, значит, надо придумать что-то, что людям будет нравиться. И таким образом у меня пошли подарки. И в тот сезон, это как раз было уже сентябрь, наверное, октябрь, мы стали... Под руку случился Новый год, таким образом я вкусила все прелести корпоративных заказов на Новый год, и это как-то, конечно, поддержало, стимулировало. И, ну, вот это родилось как раз ту позицию ателье подарков, и мы много делали подарков, и там было очень много творчества, нужно было придумать такой подарок, чтобы он эмоционально отзывался в сердцах. И мы очень много руками работали, мы физически не только его компоновали, мы его упаковывали, то есть очень много, ну, акцент был очень сильно на упаковке. Это такие эксклюзивные варианты, да, получается? Под эксклюзивным я никогда не имею в виду дорогой. Я человек демократичный, но я имею в виду, что это, ну, с одной стороны, это custom-made, да, вот это вот правильное слово, то есть заточенный под клиента. Вот, и там определенная упаковка, мы руками там делали всякие разные приклеивали штучечки и так далее. Очень красиво и внутреннее содержание эмоционально волнующее. Вот. И так год за годом эта вся история продолжалась. В какой-то момент, поскольку я
видимо, сама такая, и в бизнес удовольствие. Мне нравится все, что связано с кухней, с едой, с приемом гостей и вот создание настроения праздника при помощи еды. И таким образом подарки медленно и верно ушли в сторону кухни. И печенье, конфеты, все чаи, кофе и так дальше. То есть все, что вот потребляется и при помощи чего можно принять гостей красиво. То есть это стало основной темой. И поэтому добавила слово гастрономическое. И после того, как оно добавилось, к нему, соответственно, же приклеилось. Ну, подарки — это сезонный бизнес, Маша, наверное, вам рассказала. То есть у меня, по крайней мере, это очень сезонный бизнес. Так, так, это вот интересно. А в межсезонье, то есть я думала, что чем же заняться. И так получилось, что кулинарный мастер-класс, который мы начали года 3-4 назад, они стали естественным продолжением того, что мы делаем. Вот. И вот эти кулинарные вечера, когда люди приходят и готовят у нас. Ну, это просто как это для души, для сердца. Для души, для сердца. Ну, деньги вы берете за это? Ну, да. Ну, понятно. Ну, расходы же мы несем. Нет, ну, это нормально, конечно. Нет, конечно. Но в то же время, то есть я, ну, как бы немножко горжусь, и не то, что даже горжусь, а мне самой нравится, и эту линию, которую мы выдержим, мы стараемся не сорвать деньги. Всегда, когда кто-то что-то начинает первым, обычно, ну, это практика бизнеса такая, да, международного. То есть если ты пионер, ты имеешь право на премиум. Право брать столько, сколько ты, ну, соответственно, да, люди, которые пытаются покупать новое, испытывать новые впечатления, они, как правило, достаточные, любознательные и так дальше. Соответственно, в этом сегменте практика диктует, что ты можешь маржу свою устанавливать так, как ты хочешь, потому что ты пионер в этом. Как правило, мы бываем пионерами в том, что мы делаем, но я интеллигентно и творчески отношусь к этому. Я считаю, что... пропагандируя то, что мы пропагандируем, творчество, красивый, приятный образ жизни, мы не имеем права сдирать кучу денег, нужно выдерживать демократическую рамку. Чтобы... А на что ты ориентируешься в таком случае, если я ты пионер? Я всегда ориентируюсь на себя. То есть на собственный уровень жадности. На свой собственный уровень жажды новых впечатлений. Если есть деньги, за которые я готова это купить сама лично, если сводить в рынок, значит, он подходящий для тех людей, ради которых я работаю. Ради которых мы создаем то, что мы делаем. Я знаю, что можно брать больше, но тогда я понимаю, что я лишаю тех людей, ради которых я, в общем-то, существую, шанса со мной слиться в восторге. Нам тоже близко, Марусь, вот тоже, да, вот хочется для политика людей. Ценообразования, она на чем? Понимаете, во-первых, ценность подарка, она далеко не всегда равняется цене на полке. Тем не менее, подождите, да? Мы это говорим о бизнесе. Если бы мы просто сели втроем и вот так порассуждали, да, вот мне хочется вам сделать приятно. Я что-то руками соорудил, вот, Маша, это тебе, Маруся, это тебе. Все замечательно, вы мне тоже это подарили. Но, с другой стороны, вы же бизнесом занимаетесь, вы не можете вот так вот, да, построить свои... Значит, надо, чтобы это что-то стоило. Ну, смотрите, это было рентабельно, там... это было, приносило доход, да, это давало маржу, вот... банковское слово. В розничной цене там учитывается, естественно, себестоимость и цена на что-то аналогичное на рынке, да, чтобы сравнить. Но опа, зачастую а бывает, что нету аналогичного. Я никогда не смотрю ни на конкурентов, ни Почему? На себестоимость. Потому Почему? Что когда ты создаешь новое, ты создаешь принципиально новый экспириенс, принципиально новый опыт переживания. Подожди, подожди. И, соответственно, да. Подожди. Никогда не смотрю на конкурентов. Ну, есть науки, ты из банка пришла, между прочим, да-да-да, есть маркетинг элементарно, есть маркетинг. Как рынок, ну, рынок, есть рынок, рынок подарков мы в конечном. Хорошо, я допускаю, что ваши творения эксклюзивны, ну, вот в таком хорошем смысле слова, но в любом случае, да, ты же не можешь, условно говоря, определить рентабельность и, соответственно, накинуть свою маржу, исходя исключительно из того, что вот это мне стоило столько, и плюс моё эмоциональное, да, моя эмоциональная составляющая стоит еще столько. Нет, вот это, я никогда не разбиваю на части, никогда не считаю. То есть я смотрю на предмет, я понимаю, то есть я человек интуитивный очень сильно, и я понимаю, я сразу же понимаю, сколько это может стоить. Когда я посмотрю на эту елку, я понимаю, что ну, хорошая ей цена, вот ваши елки в вашей студии. Не надо, не надо, не надо. Вот и сейчас, да. Ну, только потому, что я примерно понимаю, то есть, какие ощущения... То есть, это на уровне ощущений. Я понимаю, какие ощущения у меня вызывают. Ну, Маша, извини, да. Милая, вот. Ну, это, да. Не, это... Нет, это... бог с елкой, но это не бизнес какой. Что значит, я... Я смотрю всегда глазами потребителя, да. То есть, я как потребитель, ну, какая цена, в какой ценовой диапазон попадает вот этот вот предмет. Хорошо, ладно, да. Давай, давай, прямо вот об этом предмете. Сколько да. стоит эта елка, на твой взгляд? 300 рублей, продажная цена 300 рублей. Продажная 300 рублей, я на нее потратил полтора месяца работы, потому что это ручной вариант, вот эти штуки, это... Я тебе рекомендую пройти курсы... Не надо мне курсы, подожди. ...эстетического развития и прочее. У тебя это тогда ценник поднимется. А вы производите или вы просто... Ну, мы производим... То есть мы работаем... То есть я, на самом деле, больше, чем торговец и кто-то другой, я дизайнер, да, то есть, и поэтому все, что мы делаем, это вначале рождается в голове.
голове, потом руками вымучивается и так дальше. Потом мы производим. Что-то мы производим сами, ну, там, всегда, но понятно, что все мы производить не можем. Там тарелки мы сами руками не делаем. Мы только прототипы делаем руками. Ну, как-то... Очень я люблю работать с производствами, с другими, когда мы с ними приходим и там смотрим, ой, стакан, прекрасно, а как повысить его стоимость? Вот они говорят, ой, сейчас он продается 50 рублей, цену поднять не можем. Да. Я говорю, о, круто, слушай, но если на этот стакан, а мы сейчас здесь вот эту такую карандашную линию проведем, и здесь маленького человечка, ему будет цена 500 рублей вообще. Опа, стоп. Опа. Все, и тогда... Карандашную линию ты провела, и ты... Да? И в 10 раз дороже. Вот это ничего себе, вот это бизнес мне нравится. Ну, и мне этот бизнес тоже нравится. Он интеллектуальный, он творческий, эмоциональный. И это определенная насмотренность эстетическая и функционал. Да, я понимаю, что стакан – это все равно стакан. Какая бы прекрасная карандашная линия на нем не прошла. Ну, за 3000 пусть покупает кто-то другой. Сама я лично, как человек, его никогда не куплю. Но если это эмоционально прекрасная вещь, эстетически доставляющая удовольствие, с этой карандашным прикольным рисунком... Но реально за 500 рублей, ну, легко. Вот я про это вам и говорю. То есть, условно, вы все равно понимаете, что за 3000 продавать стаканы несколько странно. Я сама не куплю. Потому что это даже, стакан. Даже... А продать лампу за 3000 можно. Ну, с другой стороны, за 3000, если бы это был handmade, handcraft, и там так далее, как бы, то есть куча ручной работы очень высокого качества, ну, скажем, да, предмет искусство уже, ну, тогда 3000 ему даже не цена, скажем. Ну, тогда это узкая аудитория. Это искусство. То есть тут мы переходим в область искусства, я с искусством не работаю. Вот, я больше вот с тем, что люди могут потреблять в реальной жизни то, что не лежит у них на полках. Ну, я тебе так скажу. Во-первых, ты меня не убедила, конечно. В чем надо убедить? Я не понял. Не понял, что? Как цены ты устанавливаешь? Как цены? Вот это мне непонятно. Это называется ballpark. То есть в английском языке, знаешь, так, посмотрел, сказал. То есть если это, ну, реально, не все люди так могут делать. Чаще люди, они высчитывают себе стоимость, добавляют маржу и так дальше. Да. Это такой подход. А есть, ну, я еще немного работала консультантом, а есть подход, ну, маркетинговый, да, посмотрели на конкурентов, посмотрели на свое предложение, решили, что мы позиционируемся где-то ближе к топ, и поэтому цену мы ставим туда. Да. Есть третий вариант, он называется экспертная оценка, когда не считают ничего, вот в нефтянке такой, ну, то есть в разных отраслях применяют экспертные оценки. Людей, которые много работали с чем-то, им не нужно ничего считать. Они просто видят и знают. Вот я из того разряда я просто вижу и знаю. Ну, понятно. Нет, но в любом случае, даже если говорить об экспертной оценке, да, как ты называешь, то в любом случае люди, которые долго с чем-то работали, им почему ничего не надо сам? Потому что они знают это. Даже опытом накопили. Конечно. Это, да. Но в любом случае, это же не просто он смотрит на один конкретный предмет и знает, сколько он стоит, а он знает, потому что он давно в этом материале. Ну, вот я, видимо, поэтому давно в материале, я не считаю. Ну, и потом я тебе хочу сказать, конечно, вот по поводу елочки, то есть... Я тебя... Я, конечно, ничего не хочу сказать, что на ней брендирована ленточка какой-то компании приклеена. Не надо брендированную ленточку. Если тебе нужны ленточки не брендированные, я тебе подарю. Чтобы в следующий раз у тебя была очень красивая. Понимаешь, что за 300 рублей, конечно, я ее продать не могу, потому что я потратил на нее значительную часть своей жизни. Тебе ее подарили, не обманывай нас. Ее подарить. Ладно, обманывать я вас не буду, уважаемые слушатели. Мы сейчас слушаем новости на Финам-ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, продолжим эфир на Финам-ФМ бизнес-класс. Я Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем тему подарков. Я еще раз напомню, сегодня в гостях Маруся Вдовиченко, владелица магазинов «Просто так», и Мария Кичеева, основатель и владелица ателье гастрономических подарков «Пол чайной ложки». Вернемся к наступающему, к надвигающемуся со страшной силой празднику под названием «Новый год». Маш, ну вот к тебе опять вопрос. С Марусей мы об этом поговорили более-менее. Что востребовано, с твоей точки зрения, в преддверии Нового года? Опять-таки, учитывая, да, что твое отношение к рынку подарков эксклюзивно, а по некоторым сведениям, подавляющее большинство обывателя, вот оно за эксклюзивом не гонится. Оно смотрит, вот мы говорили там, допустим. Ну, вот я ехала только что, водитель, который меня вез сюда в студию, он мне рассказывал, что у него дети, ну, уже пора покупать подарки, и он в охоте за айфонами, там, айпадами и так дальше. Вот, поэтому, говоря о том, что востребовано, я понимаю, вот, ну, и я так понимаю, что вот это, наверное, то, что срывает кушу в основном, какая-то электротехника... модная, да. Ну, то есть трендовая. Некие тренды. Ну, конечно, тренды есть, и, соответственно, спрос рождается трендами. Я, еще раз, моя жизненная позиция такая, что, ну, такие вещи, как iPhone и iPad, можно покупать и просто так. Да, не обязательно вне в Нового года, да, конечно. Особенно, когда нужно выстаивать очереди и так дальше перед новогодней суете. То, что мне нравится, и чем мне нравится, почему я в эту сторону ушла в своем бизнесе, мне нравятся подарки, которые, востребованы, б,
создают эмоциональный фон, С, желательно не остаются существовать в природе после своего дарения. Не, ну учитывая, что я гастрономические подарки, вряд ли... Чтобы там ничего не осталось, да, чтобы мы не загружали, особенно когда дарят друг другу мало, то есть когда отец дарит сыну, ладно, это, скорее всего, там все уже договорено и понято, но когда я подарю тебе подарок, я не хочу, чтобы мой подарок лежал у тебя на полках, или ты выбросил, или там передарил. Не, я его не выброшу, я рассказывал об этом многократно, я все эти подарки складирую, а потом на следующий год передариваю просто. Главное, чтобы я тебе... Главное, что я тебе твой подарок. Спасибо за честность. Не, ну а как? Это жизнь. Потому что я считаю, что это даже лучший вариант, чем вот это вот там складирование в квартире чего-то ненужного. То есть это может гуманно даже. Хорошо. Да. Марусь, о трендах если. Вот тренды. Какие все-таки тренды сейчас на рынке? Помимо вот техники, да, которые Маша... Ой, вы знаете, очень странная история, потому что, например, мы за последние там сколько-то месяцев проводили такой, ну, устный соцопрос людей-покупателей, и вот к моему удивлению, людям нужны подарки для примирения. Вот никогда бы не для подумала. Для чего примирение? Примирение. Это что такое? Вот кто-то с кем-то поссорился, надо помириться. Или что-то, какая-то вещь, которая, собственно, способствует тому, чтобы не ссориться, или если уж поссорились, как-то весело разрешить эту проблему. Слушай, интересно, во-первых, мне вот как выглядел этот соцопрос? Вот пришли к покупателю... Спрашивали, или люди приходят и говорят: здрасте, вы знаете, вот девушка поссорилась, вот чтобы, как. Слушай, здорово. Да, вот удивилась очень сильно, потому что в принципе, конечно, в тренде, и я думаю, это еще долго так будет, это так называемые антистрессовые какие-то истории, потому что сейчас модно быть в стрессе, потому что если ты не в стрессе, это значит, что ты не занимаешься какими-то делами, ты вообще неудачник. Ты сидишь дома и на диване, и поэтому у тебя нет стресса. А если ты активный, деловой, все у тебя хорошо, значит, конечно, у тебя есть стресс, естественно. Забавно. Значит, быть не может, и поэтому подарить что-то вот с точки зрения антистресса, это сейчас стало, ну, как бы и тренд, комплимент. И модно. Это комплимент, это значит, что ты молодец. Друг, ты молодец, ты серьезно делаешь. Слушай, ну ладно, действительно, спасибо за подарок, да, который будет говорить о том, что я в стрессе, а сам я как при этом должен выглядеть, чтобы быть похожим еще на того, кто в стрессе? Просто активная жизнь. Да? Понимаете, сейчас стресс предполагает просто вашу какую-то жизненную активность. Да. Какой кошмар. Боже мой, куда катится мир? Если вот в этом тренде находиться, Маш... Я не в нем. Нет, я догадываюсь. Но тем не менее, если вот в этом тренде находиться, то на прилавках твоих магазинов что должно появиться? Шоколад. Шоколад, алкоголь. Что? Нет, на самом деле на прилавках тогда мы поставим наборы для лепки из теста, и они будут релаксировать дома на кухне. Ну ладно, бог с ним, антистрессовый. Давайте вот больше мне понравилась тема для подарки для примирения. Не, ну знаете, антистресс — это же тоже такая история. Например, я развиваю историю, у меня целая коллекция сейчас начинается, глупость — это важно. То есть я считаю, что взрослому человеку, взрослому, сознательному, деловому, с водителем, там, я не знаю, еще с чем-то, ему просто крайне необходимо совершать какие-то глупости. Ну это очевидно. Да, в этой жизни. И в варианте вот наших наборов, то есть у нас вот... как Маша сказала, про лепку, а я, например, делаю такую историю — свалять дурака. Вы знаете, тут есть войлочное валяние, когда берется шерсть. Это набор, там есть формочка, вот как форма, как вот пряничный человечек. Некая форма, шерсть, иголки, и вот сидеть. Ну, это несложно. Ну, видимо, мы вообще не сложно. Сейчас вот есть форма, что мы любим творчество и пытаемся творчество... Ну, это очевидно, да. ...включить в наше сортимент. Нет, это очевидно, милые мои. Но, тем не менее, это же бизнес. Я вот все время пытаюсь на этом делать акцент. Смотрите, у нас какая история? То есть если про бизнес и про деньги. У нас проект авторский. И у нас в цене в магазине там на самом деле очень много участников. Потому что у нас мы работаем с людьми, с авторами, их очень много. И это люди, которые нигде больше не работают. И они зарабатывают только на вот тех вещах, которые продаются в наших магазинах, оптом нами, в регионы, в наши франчайзи и так далее. И поэтому у нас нет такой возможности, как у Маши, не можем себе позволить сделать, а потом подумать, сколько может стоить, пойдет, не пойдет. Потому что мы вещь разрабатываем. То есть приходит человек и говорит: у меня идея, вот это. Мы говорим: здорово. Надо посмотреть, какое производство, какие цены. Мы выходим на некую себестоимость. Мы понимаем, что, соответственно, в цене вот этой вещи там будет интерес этого человека, потому что он должен заработать. Конечно. Потому что мы за то, что люди зарабатывают на каких-то своими собственными удовольствиями. Но это вот более убедительным. И тогда мы понимаем. И, соответственно, если мы понимаем, что если человек там заработает, там, не знаю, 5 копеек на этом стакане, то
то зачем его делать, этот стакан? А надо, чтобы человек заработал как минимум там 50 рублей на одном стакане. Значит, его конечная цена будет уже вот такой. Да, и тогда мы понимаем, мы сможем продать эту вещь или не сможем. Потому что если я беру какую-то вещь в свой магазин или работаю с каким-то автором на разработке, создании какой-то идеи, я беру на себя некую ответственность, что это будет продаваться. Потому что да, это его деньги, да, это мои деньги. И да, это еще важный такой момент, что мы за все-таки такую историю, что творчество должно приносить деньги, иначе не надо. Иначе это хобби и сублимация. Однозначно, абсолютно согласна. То есть творчество без финансовой подоплеки, оно прекрасно. Не, ну, если говорить о войлочных вот этих историях, ну что, купил и валяй себе дома сидит. Для удовольствия. В качестве бизнеса творчество работает тогда, когда оно рентабельно, и оно действительно приносит доход тебе и тем, кто с тобой работает. Я, ну, когда я говорю, что это будет продаваться за 500 рублей, и это дело на глаз, я всегда знаю, что за 50 они уже работали. И 50 рублей всегда приносят доход. И дальше ты просто делаешь дополнительную стоимость, создавая, ну, рисуночек, я знаю, что произвести, ну, там, 3 рубля стоит. Все. То есть поэтому вот эта вот оценочная стоимость, она работает тогда, когда ты прекрасно осознаешь всю затратную стоимость. То есть ты обманывал нас с самого начала. Не, ну, когда начала, я говорю, что стоит, конечно, 50 рублей, если конечно, оно уже стоит 50 рублей, ну, значит, затраты на его произведение, ну, может быть, 30 рублей. Да? Рынок-то ты знаешь, вот в чем дело. Тебе не нужно никаких... Я эксперт, поэтому я не парюсь на тему этих... Потому что определить просто на уровне эмоций, сколько чего-то там стоит... Ощущение, внутреннее ощущение эксперта однозначно. Я понял. Давайте подумаем вот о чем. Точнее, вы подумайте и расскажете мне, как вы думаете. Ну, учитывая, да, что вот, несмотря на то, что да, вы занимаетесь, ну, давай так, структурно разными вещами, ты гастрономией, а ты не совсем гастрономией. Подход у вас... Да, совсем не гастрономией. Подход у вас один. Так случилось, что вы вот оба смотрите на вещи одинаково. Как вы думаете, ваш подход популярен... среди покупателей, ну, об этом, может быть, даже вы уже два слова сказали, еще я хотел бы послушать, и, б, среди ваших коллег, останетесь ли вы вот такими же светлыми воронами, правильно так сказать будет? Курицами. Я имел в виду вот такими оригиналами на этом рынке, на рынке, где царствует ширпотреб, где царствует оборот, где царствует вот вал. Да в любом случае, да, потому что, как я уже в начале-то и говорила, очень-очень большая аудитория, очень много людей хотят вот именно в засиле вот этого всего такого ширпотребного, дешевого, даже не с точки зрения недорогой, а вот именно дешевого. Да, дешевого, никакого. Никакого и, да, какого-то комфортного и приятного и милого, а все-таки хотят уникальных, неожиданных, необычных вещей. То есть таких людей много? Ну, понимаете, мы 3 месяца назад мы открыли свою оптовую компанию, мы занимаемся франчайзингом, мы продаем, соответственно, оптом наши вещи. Ну, и вот раз через раз звонят люди и спрашивают, а есть ли у вас что-нибудь, чего нет у, не называя имен, очень крупная фирма, которая сейчас, соответственно, распространилась прям сильно-сильно-пресильно. И да, мы говорим, да, есть. И у нас, соответственно, очень хорошо идут какие-то даже авторские, малотиражные вещи. И в том числе даже и рукотворные вещи. То есть вот сейчас есть очень большой спрос вот именно на уникальное и неожиданное. И то, что это рентабельно, могу сказать по своим магазинам, потому что они все в центре, и все прекрасно понимают, какая в Москве у нас аренда безумная. Но мы не то, что выживаем, мы не датируем свои магазины. И... Вы молодцы. Соседи не выживают. Молодцы. Вот это да, вот с соседями у нас тяжело. Никак не можем ни с кем пососедствовать. Сильно не переживай, что они не выживают. А мой взгляд на твой вопрос заключается в следующем. Население, люди, да, по психотическому психотипам своим, они делятся, да, и, соответственно, то, что те, кто являются потребителем Марусиных и моих предметов, это часть населения. Соответственно, и это, как правило, ну, образованное, продвинутое, прогрессивное, жаждущее нового и так дальше. То есть просто никогда не будет так, что наш продукт станет массовым. Никогда. То есть вы это понимаете, это реально так, да? Это не должно быть так. Почему? Потому что, ну, я считаю, то есть есть... Ну, это я, это соционика, да, то есть это наука о психотипах. То есть есть люди, и там 90% их, они должны быть мейнстрим,
и должно быть там 5-10% вот этого вот сегмента, на котором мы работаем. Но не может наш предприниматель... То есть он, какой-то из предметов может распространиться на мейнстрим, но наши услуги как провайдера таких предметов, они всегда работают только на 5-10%. Это наша, ну, наша аудитория, наша миссия. Целевая работать аудитория. С ними. Если мы захотим работать на мейнстрим, там другие подходы, другие технологии. Ну, вы знаете, ну, у нас, я не могу сказать, что вот именно все так, потому что мы, помимо магазинов, то, чем я занимаюсь, да, все-таки производящая компания, производим вещь. И у вещи у нее есть некий период жизни, да, то есть мы выпускаем на рынок что-то новое. Да, наша интуиция, да, наш какой-то опыт, да, в любом случае вера в то, что людям все-таки хочется удивляться, и все это им нужно в засилье всего такого нехорошего, как некая альтернатива. Выпускаем новый продукт, и, да, соответственно, первая реакция – небольшой маленький тираж. Да. И потом мы понимаем, все ли мы правильно сделали, все ли здорово, у нас есть возможность что-то скорректировать. И если мы понимаем, что есть спрос, то, соответственно, эта же вещь выпускается уже большим тиражом, при том, что в начале на вот этот маленький тираж действительно приходят люди, которые вот почувствовали, что это здорово. Но они потом приведут всех тех остальных. Я думаю, это работает немножко так. Есть, ну, как я себе свой бизнес позиционирую. Есть мастерская, да, творческая мастерская, которая делает как раз вот для 5-10%. Это всегда новое, всегда творческое, всегда очень на грани, да, то есть прорыва. А дальше, но это одна технология и производства, и продаж, и маркетинга. Как потом берется отсюда что-то, что имеет шансы на мейнстрим, оно выдвигается, совсем другие каналы дистрибуции, совсем другие принципы производства и другое ценообразование. Это два разных поля игры. Очень круто, когда ты можешь играть на обоих из них. То есть я еще пока думаю о мейнстриме. Да? То есть я вот здесь вот все перерыла, мне все понятно. Выход на мейнстрим – это немного другие технологии, бизнес-технологии и взгляды, наверное. Я понял. Маш, спасибо. Я уверен, что у тебя все получится. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем наш эфир. Я напомню, сегодня мы говорили в преддверии Нового года о подарках. В студии были Маруся Вдовиченко, владельца магазинов «Просто так», и Мария Кичеева, основательница и владельца ателье гастрономических подарков «Пол чайной ложки». Вам огромное спасибо, милые дамы. Спасибо. С наступающим вас Новым годом. А вам, уважаемые слушатели, я благодарю за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе.